Жители дома Патрайгырова боятся, что сухие ветки во дворе упадут на людей. На Айманова не устраивает укладка нового тротуара. А садоводы снова пожаловались на отсутствие обещанной поливочной воды. Все эти подробности в мобильном приложении. Время смотреть. Вот, значит, 4 июня, садоводство «Металлург», улица Степная, поливной день. Вот так бежит вода в один шланг. И если его немножко приподнять, то вы видите, напор вообще никак не бежит. Не бежит, нет, вот его, видите? Все, даже лейку невозможно набрать. Айманова 5. Делают тротуарную дорожку. Вот обратите внимание, здесь лежал старый асфальт, то есть старая тротуарная дорожка шириной 2 метра. Сейчас кладут по указанию акимата, значит, ЖКХ, 1,5 метра. Ну, она будет очень узкая, это раз. Во-вторых, почему старый асфальт не весь убирает? Получается, сбоку он остается где-то, ну, 0,5 метра. И эти 0,5 метра, значит, по указанию, значит, ЖКХ не убирает. В чем дело? Жильцы просят, чтобы положили на всю ширину вот эту 2 метра. Полоса только направо, они хотят прямо уйти. Вот сейчас пойдут прямо. Уважаемая патрульная полиция, почему не принимаем меры? Смотрите, злостные нарушители. Какой день подряд хожу, собака лежит мертвая. Малой сары. Вот рядом. Не знаю, здесь недалеко. Вот некому убрать. Неприятно, идешь неприятно. Украинская 97. Делали во дворе дорогу 2 года тому назад. И так оставили мусор. Уже 3-ю неделю в парке сердца сломанная качеля. Тут приходят, убирают в парке, а никому дела нет. Пожалуйста, почините нам качелю. Это получается парк влюбленных. Посмотрите, пожалуйста, это Павла Васильева, Маргулана, сделали нам колонку. Вот это вот вода с колонки, а вот это вот вода со скважины. Как можно такую воду пить? Вот мы дождались первая непогода, сильные ветра, сухостой. Сухостой этот не убирается. Вот все стоит при сильных ветрах, все падает на проезжую часть. Соответственно, там снизу ходят люди. Дождемся, наверное, беды, и тогда что-то произойдет. КСК «Талисман» подавали заявку 10 января на вырубку вот этих вот деревьев. Райгырова 20.